Всем привет! У нас плюс 6 градусов тепла. Ой, солнышко. Травка зеленая. Сегодня у нас 15 декабря. Да, 15. Игорь мне вчера вскопал теплицу и сказал: Наташа, посади лук. Он мне тут его повесил. И еще, наверное, сивок. Не сивок, это чернушку. Господи, она говорила. Лук-батун. Лук-батун. Вот видите, здесь в головочках семена. Вот, черненькие. Семена соберу и посею. Этот лук, наверное, уберу весь. Ну, может, рядок оставлю, подстригу, пока молоденький вырастет. Потому что, видите, все такое. А тут он мне вчера скопал. Все, сезон мне начал в середине декабря. Вот, в пакете лук. Надо будет взять рукавички, одеть и посадить его. Ну вот я вчера провела стрим. И как бы на стриме все было нормально, девчонки были. И там, получается, один зритель написал, что она девочка, 16 лет, и задавала, как потом я поняла, двусмысленные вопросы. Во время стрима я как-то это воспринимала нормально. Ну, думаю, девочка, ей интересно пообщаться с моими детьми. А потом, как выяснилось, когда мне начали подписчики писать в личку, что Наташа, какие-то вопросы двусмысленные, береги детей, я сопоставила все вопросы и была просто в шоке. Покажи, Машенька, лосины, позови Дашу. Про мою грудь спросили, потом Дашу начали про грудь спрашивать. Потом встаньте, я на вас посмотрю, на двоих. Встречаете вы со школы или нет? Это капец. Я Игорю говорю, все, давай, говорю, буду садиться за руль. Потому что мало ли, говорю, мы встречаем Дашу и Машу. Говорю, а мало ли у тебя где не получится, чтобы мне можно было встретить детей. Они мне звонят, все, где, как, я все про них знаю, где они находятся. Чуть что, у меня паника. У нас здесь везде камеры есть, хоть это и деревня. У нас камеры в клубе висят, это все снимают. Вот возле магазина камеры везде, так что чуть что у нас все. Ну и мы встречаем. Паника была, я думаю, вот так, показала детей. Каких только больных на голову нет. Я сейчас хожу, такая, знаете, под впечатлением. Ну вот, кажется, общалась девочка, 16 лет, да? Мне главное пишут, у нее странные вопросы. Я такая думаю, ну как, ну ребенок, как бы ей интересно. Пришла на стрим, говорит, я только как бы новая подписчица. У вас есть дети или нет? Сколько им лет? А пускай придут, хочу поговорить. Это капец. Ну вот, сижу такая открытая, наивная дурочка. Мне там написали в комментариях потом, мужчина какой-то написал на меня, дура. Я обиделась, заблокировала его, а потом такая, знаете, думаю, он был прав. Какая-то дура, сижу, наивная такая. Надо было сразу заблокировать. Но с телефона я не знаю, как блокировать. Вот, чтобы меня Антон мог бы модератором там сидеть и блокировал. Но я все равно заблокировала потом, после стрима, когда мне девочки написали в личные, зашла и заблокировала уже на самом видео. Ну, как в чат нажала и заблокировала. Там написали мне, что комментарии будут удалены. Но все равно Даша говорит, от этого она не перестанет, если она смотрела нас смотреть, если это она. Вот. Так что вот такие дела. Я сама себе думаю, боже, люди снимают же своих детей маленьких, разных возрастов. Все-таки не зря, наверное, YouTube закрывает эти комментарии. Ну, комментарии комментариями, но они же смотрят. И некоторые адреса выставляют. У меня, видите, адресов, у меня ничего нету, ни телефонов, ничего. Ну, если целью задастся, конечно, можно найти. А тут и адреса, и все выставляют. Это страшно в такой стране жить. Какая-то, говорю, еще наивная. Кошмар. Так что вот так. Хожу такая под впечатлением. Сейчас одену рукавицы, пойду в теплицу. Сеять и сажать. 15 декабря. Скажите, что вы еще сажаете или сеете? Что сейчас можно посеять? Я думаю, может, еще укроп можно посеять. Петрушку, наверное, у меня семян нету. Петрушку всю выкорчевала, а посеять не посеяла. Пойду в семена еще залезу, посмотрю, что у меня там есть. Так, я подготовила уже. Вот так выглядят семена лука-батун. Так, нашла у себя еще петрушку кучерявую и разный укроп. Тоже посею, зайдет, так зайдет. Вот, и
Принесла ножнички. Сейчас разберусь с этим луком. Подстригу верхушки, чтобы лучше было расти зелени. Ну, я закончила. Три рядочка здесь получается батум лук. Потом петрушки рядочек. Два рядочка у меня получилось лука. Вот пообрезала и в землю ставила. И три рядочка укропа. Вон палочку сунула, где у меня закончилось. Ну и здесь получается подстригла. Сейчас вот, видите, такой зелененький маленький уже пролазит. Так что пока тот вырастет, если вырастет, этот, если что, подстраховка будет. Все. На сегодня у меня тепличные работы закончились. Кто-то наряжает елку, а я 15 декабря сею себе в теплице лук, петрушку, укроп. Ну, не знаю, у меня еще такая мысль, может, базилик дома посеять. Посмотрим. Так что вот так. Тепличные работы не заканчиваются. У кого, наверное, отапливаемая теплица, то круглый год. Я сейчас в сарае. Домой так и не пошла. Заглянула в курям, а в сарае вся вот этот весь потолок, стены, все в паутине. Летом, как пауки, вели все это, пыль. И это все висит. Потом, когда начнутся морозы, будет здесь изморозь, и все это будет такое в сырости. Пошла в сарай, взяла паяльную лампу. И обсмолила весь сарай. Сейчас покажу. Вот, обсмолила все потолки. Ну, там уже на дне было в баллоне, поэтому уже как могла доставала. Видите, все чистенько. Курям подстелила солому. Вот солому зерна немного кинула. Так, куда пошла? Иди сюда. Цып-цып-цып-цып. Вот, как его, жвирь. У нас жвирь называется. Принесла, потому что только начинают клевать яйца, значит, не хватает им камушек, камушков, но они там что-то в этом жвире находят. Знаете, вода стоит. Ну, и меня спрашивают, куры у вас не гуляют. У нас не гуляют куры, потому что у нас пригород, и здесь у всех газоны. Если отпустишь курей, они им все газоны поскребут. Ну, и во дворе тоже не пускаем, потому что тоже все гребут. Поэтому я вот так лопатой беру, траву им в загон, а сейчас он на ночь. Свет горит, продлеваем им световой день. Вот, и хай пускай тут гребутся. В сене, чистенько. Зерна накидала, Игорь не видит. Рада стараться везде. Все, миссию свою выполнила. И в огороде побыла, и у курей побыла. Куры немножко обрастают, но эта, которую мы брали, одна такая вялая ходит. Наверное, она все-таки сдохнет. Не знаю, посмотрим. 4 курицы нормальных, а одна такая еле-еле живая. Ну, может, сейчас будет грябаться и раздвигается. Посмотрим. Это гусиная нога. Игорь меня спрашивает, сколько у тебя еще ног на чердаке? Ну, там еще 2 ноги у меня висит. Пришла с улицы и захотелось. Думаю, пойду, возьму ногу, нарезала ножку. А такая получается, как салка с прослоечкой по вкусу. Вкусная, с хлебушком. И думаю, еще сюда соленых огурцов. И чай! Вот такое у меня... Нестандартное меню. Сейчас вам сфотографирую для Инстаграм. Вот. Так что у меня ужин. Смотрю, сверхъестественное. Люблю такое смотреть. Вот. И еще про путешествия во времени люблю смотреть. Сейчас 2 часа ночи. Дитё моё закончила эту крысу. Ну, крыса, конечно, красивая, но полуночное художество. А утром идет в школу. Смотрите, вот такой бардак. Уже завтра буду убирать. Там она что-то еще плескается.